Welcome to this channel. This is Wesley and it is Wesley's News. Today we have a subject that is shockingly unbelievable and shockingly realistic in its form that was presented by Russian fellow Alex. From one hand, I would say I don't see any scientific basis for the device to fly, but the device flies. From one hand, we could say that magician knows his tricks. But from the other hand, who cares? Do you have to be a genius to win the lotto? So what makes a person significant? That would be a few parts of that video. One that starts at the present day, then we go back to 1 year ago, and then we're gonna come back to the show. I'm simply amazed. I'm not saying it's real, but I'm not saying it's not real. Let's take a look. Здравствуйте, ребята. Привет всем моим друзьям из России, из Украины, и всем другим, которые говорят по-русски. С самого начала можно сказать, что вроде бы никакой научной подставы для этого, что этого смысла работать, нету. Но кого-то это интересует. Посмотрите на устройство. И сами скажите, реально или нет. Причем, дорогой Алекс, я тебе желаю всего наилучшего. Но если, естественно, твое устройство работает так, как работает, то тебе надо быстро бежать в Европу. С бумагами, без бумаг, не имеет никакого значения. Германия принимает всех. Ты можешь даже со мной не связываться, чтобы не было, что я заинтересован в этом. Но если будет нужен совет, я совет дам. Сегодня сделаю повторную съемку. Запуски левитационного диска, потому что первого видео YouTube забанил, потому что много пользователей что-то пожаловались на него. И YouTube решил забанить. Но это, конечно, жаловались не пользователи, а нефтяные компании, которым что-то не понравилось. И сегодня я решил повторный сделать полет, совершить повторный эксперимент и объяснить некоторые нюансы, которые критиковали в прошлых роликах. Начинаем! Запускать первый диск. Первый диск пошел. Запускаем второй диск. Второй диск пошел. А теперь самое главное. Подключаем высоковольтный генератор. Он нужен нам, чтобы создать эффект нулевой гравитации, вернее, еще даже антигравитации, запускаем наш блокинг-генератор. Этот блок содержит встроенный трансформатор от телевизора и такой импровизированный умножитель. Сейчас, минутку. Запускаем. И подключаем наш умножитель. Есть. Пошел контакт. Сейчас, минутку. Сейчас будет намагничивание полей и будет эффект антигравитации. Ой, сейчас, минутку. Нужно подождать несколько секунд. Надеюсь, всем видно. Немножко не получилось, что-то поля перенастроиться не могут. Или напряжение маленькое. Очень много моментов, нюансов. Нужно подобрать напряжение на дисках определенное. Определенная скорость и определенное расстояние между дисками.
Что-то у меня сегодня она не катит мне. А в прошлый раз было лучше. А, кстати, вот здесь еще неодимовые магниты стоят. Когда идет напряжение большого высоковольтного генератора на двух этих пластинах, они вращаются одна навстречу друг другу. Но эту схему вы, наверное, уже видели в Ютубе. Вернее, в интернете, короче, много таких было передач, посвященных этим тарелкам, летающим тарелкам нацистской Германии. И там как раз вот такая схема была продемонстрирована. Но тут мои некоторые маленькие доработки, вот эти неодимовые магниты, да, несколько штук, они усилить должны поле этого диска. Где-то здесь я что-то упустил, она что-то плохо у меня сегодня работает. Хочу объяснить сразу. Вот все это, если запихать в диск, то получится полноценная автономная модель. Здесь мы рассмотрим, идет качер и коробка с ТДКСником высоковольтная. И тут отдельно идет питание на каждое, на качер отдельно, на ТДКС отдельно. Поэтому приходится иногда снимать клемму с аккумулятора, чтобы отключить ТДКС-ку. Во времена сильного перемагничивания происходит завал параметров, и тарелка падает, как у меня было в самом первом моем видео. Потому что я не учел этого момента, что намагниченность дисков, она на определенном моменте дает сбой параметров. И поэтому время от времени приходится отключать ее. Второй момент, который у меня просили, это помахать палкой, да, сверху, вокруг обойти и прочее. Но саму посадку и момент я буду снимать в несколько этапов. Взлет получится очень долгим, но не смогу поймать его, потому что мне приходится долго навозиться с настройками, приходится где-то тут, знаете, полчаса или минут 40 так где-то возиться, настраивать параметры, и получится немножко затянуто. А вот саму посадку ее просто отключить с блоков, и все, сразу идет завал параметров, и схема начинает уже работать не так, как надо, и диск падает. Ну, он шлепнется с большой высоты, придется пожертвовать схемой. Сама она, как видите, у меня не очень-то надежна. Удалось мне достать вот этот металл, единственное, что, который дает вот этот левитирующий эффект. Как обратите внимание, у него структура, как у подкрылки жуков, да? И при вращении он создает такой вот резонанс поля, который создает этот эффект раздвигания эфира. Если еще раз тут YouTube удалит, я сохраню видео, перезалью, если кто-то будет жаловаться. Что интересно, что мне даже стали угрожать даже пользователи. Я вот, честно говоря, сам удивился. Мои подписчики, которые некоторые, стали мне угрожать. Посмотрим, что из этого будет. Итак, я пошел настраивать диски. И второй эксперимент по левитации диска начинается. Ну вот, запустился. Сделал я некоторые настройки. Сейчас она на таком расстоянии пока будет. Дальше провода не пускает. Сейчас вы видите, я покажу вам кое-что. Смотрите внимательно. Диски идут. Видите, три провода идет. Высоковольтные от качера и питание дисков. Сейчас вам покажу, что там ничего нету.
А сейчас попробую немножко перенастроить, чтобы повыше поднять. Минутку, придется повозиться. Ну вот, взлет у меня в полном объеме не получился заснять, но посадку сейчас увидите. Для этого достаточно отключить ТДКСник. Клемму с аккумулятора снимаем. Здесь он питает, здесь три разных питания. Отдельно на качер, отдельно на вон те диски, которые вращаются. А вот этот аккумулятор питает только ТДКС-ку. Снимаем клемму. Сейчас диски размагнитятся. На какой-то секунде они упадут. В прошлом видео, первый мой полет, когда я использовал, она упала. Сейчас я вам увидите более подробно. Сейчас на какого-то срыв будет. Все. Долбанулась. Не знаю, повредился он или нет. Но только чисто из-за пожелания подписчиков. Хотели посадку. Взлет не получился, но... Ой, ничего, вроде не сильно не пострадал. Ну ладно. Ну что? Маленькая, но победа. Осталось только решить проблему стабилизации полета и горизонтальный полет. И все. И можно... Можно уже будет летать. Ну, если к тому времени меня YouTube не грохнет. Не YouTube, а сильный мир всего. Ну вот. Если удастся все это разместить сюда, то значит можно уже делать попилаться. Вот здесь вот диск. Здесь нужно разместить и здесь. Посередине кресла пилота. Если такие три. Я еще посмотрю, как проходят границы. Если они совмещаются и друг друга не нейтрализуют, то может значит уже... делать полноценный корабль. Вот, друзья, если вам понравилось видео, поддержите, пожалуйста, канал, пересмотрите мои ролики, кликните на рекламу. Это вам ничего не будет стоить, но вы сами не представляете, как вы мне сильно поможете. Я насобираю деньги, я сделаю более такой аппарат, который может поднять человека. А на сегодня...